Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в гараже, снимем небольшое видео по поводу Lada Largus. Провожу небольшое техническое обслуживание, меняю масло, и также подошло время, необходимо уже менять свечи. Поэтому думаю, кому-то, наверное, будет это интересно. Итак, жена, снимай сюда. В общем, 4 свечи, как бы, ну, это не ново, да. Сперва необходимо снять вот этот флажок, клипсу вот эту вот, то есть нажимаете, снимаются, ну, по крайней мере, вот на этом двигателе довольно-таки туго. Двигатель К4, Renault стоит. Так, теперь необходимо головочку берем на 8, здесь идет внутри, вот если там будет видно, болтик, который крепит саму катушку. Как бы, почему решил снять видео? Сколько посмотрел, да, перед тем, как менять. То есть почему-то никто нигде не указывает, с каким усилием, по сути, надо затягивать свечи на данном авто. Почему-то говорят, то есть от 20 до 30 ньютонов некоторые. Ну, как бы это, по мне, разбег такой довольно-таки большой. Так, ладно. Хотя, в принципе, болт пускай там будет. Так, сейчас необходимо... Так, попробуем слегка ее поддеть. Кстати, они тоже так вытаскиваются довольно-таки туго. Вот эти вот катушки. Так, это пока убираем. Некоторые, кто их меняет, прям на видео все так легко и быстро. У меня такое ощущение, что они не первый раз их, наверное, уже там меняют. Так, немножко вроде как прокручивается уже на месте. В общем, если долго мучиться, что-нибудь получится. Достаем катушку. То есть, если будет видно, здесь добавлена какая-то смазка, то есть свечи тут еще ни разу не меняли. И вот как раз-таки вот это вот уплотнительное кольцо, оно, ну, прям... сильно туда втягивает, это чтобы влага не попадала. То есть и проблематично первый раз было все это снимать. Так, ладно, сейчас катушку пока убираем. И теперь необходимо выкрутить свечу. Так, аккуратненько туда опускаем. Так, сейчас это пока убираем сюда. Кстати, когда откручиваю, не сказать, что они с большим усилием были закручены. То есть откручивается довольно-таки легко. Так, надавим, чтобы резинка садила свечку. Так, аккуратненько достаем, чтобы ничего не выпало. То есть свечи вот в таком вот состоянии, пробег на данный момент 54 тысячи километров. Родные свечи здесь стоят чемпионовские. То есть, ну, если будет видно, такие свечи я особо и не искал, чтобы родные. На них знаю Bosch, по-моему. Вот раньше, когда рабочий был Largus, то есть он туда брал Bosch-овские. Но когда я поехал в магазин, чтобы подобрать свечи, да, то есть там посмотрели по каталогам, то есть вот такие вот NGK, так, по номеру, в общем, по номеру вот, то есть вот такие вот должны сюда подходить. Если так посмотреть, то есть, ну, они, по крайней мере, вот это вот, где по резьбе, то есть одинаково, по зазору то же самое. Единственное только, что вот это вот кольцо металлическое, ну, немного, по-моему, пошире, то есть здесь оно так поуже вроде идет. А так, в принципе, по гайке одно и то же, так что все должно походить. Итак, сейчас необходимо ее туда в колодец аккуратненько отпустить, чтобы там ничего не ударилось. Так, закручиваю от руки до конца. Теперь вставляем вот такой вот из набора
вставишь и берем динамометрический ключ. Так, теперь по закручиванию свечей. То есть на свечах есть вот такая вот надпись, то есть каким усилием необходимо закручивать. То есть здесь идет 2/3. Сейчас выставляем, но сперва выставим немножко поменьше. Так, откручиваем. Так, здесь, короче, на динамометрическом ключе есть две шкалы. То есть одна идет, я так понимаю, то ли метрическая, то ли как. Или килограмм, короче, какие-то идут. А другая уже ньютон-метры идут. Итак, ладно. Сперва выставляем, сколько там, 2,3. Так, ну сперва, я думаю, выставим 1,9. Для того, чтобы сперва ее немножко подтянуть. После этого уже немного добавим и до конца ее. Так, тянем. Должен прозвучать щелчок. Ключ заказывали на AliExpress. На года 2-3, наверное, уже назад. Для того, чтобы можно было на мотоблоке свечи с правильным усилием закручивать. Ну и также в машине он найдет свое применение. Так, щелчок был. Сейчас снимаем. Так, и добавляем. Получается, это 2,3. Так, это у нас 2, 3. Так, 2/3. Вставляем и теперь дотягиваем. Щелчок был, свеча установлена, теперь это вытаскиваем и собираем все это в обратной последовательности. Аккуратненько вставляем катушку зажигания, немного туда ее придавливаем. Так, теперь осталось все это уже закрутить. Так, сильно не перетягиваем. И теперь остается только вот эту вот клемму уже воткнуть обратно на свое место. Две свечи уже заменил. Сейчас заменил еще третью, и осталась последняя, четвертая свеча. Но это буду делать уже не на видео. Вот такое вот небольшое видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Подписываемся на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Также подписываемся на канал на Яндекс.Дзен. Всем спасибо, до новых встреч!